Здравствуйте! В прошлый раз мы с вами сделали бассейн и зону отдыха вокруг него. Красивую, замечательную поделку для какого-либо конкурса или просто для души. А сегодня мы сделаем очень простой проект, и это будут у нас вот такие красивые медузки. Делаются они очень и очень просто. И давайте посмотрим, как именно. Для этого вам понадобится бутылка, любая, любого размера. Отрезайте вы у нее дно вот таким вот образом. Оставшуюся часть не выбрасывайте, просто отложите ее в сторону. Она нам еще пригодится. Теперь берем разогретый утюг и закругляем края донышка на утюге. Можно, конечно, опустить эту часть работы, но таким образом, если вы сделаете, ваша медуза будет смотреться более прилично. Так, теперь отрезаем верх у бутылки и можно его теперь выбросить. Оставшуюся часть мы нарезаем на мелкие, вернее на узкие-узкие такие полосочки. Прям всю ее изрезаем, но не до конца. Вот что получается у нас. Теперь над свечой мы закругляем все это. Я делала специально, чтобы концы были немножко закопченные. Если не хотите, то держите вашу поделку примерно на расстоянии 3-4 сантиметров от верхнего пламени свечи. Вот она получилась вся такая кучерявая. Так, свечка больше не нужна. Теперь разрезаем эту часть до конца. Сворачиваем ее трубочкой. И закрепляем липкой лентой. Все, эта часть тоже у нас готова. Теперь в донышко бутылки наливаем клея побольше. И скрепляем обе части. Вот ваша медуза уже и готова. Если хотите сделать цветные медузки, можно их вот покрасить. Красите верхнюю часть. Я выбрала 3 цвета. У меня даже 4 цвета: белый, желтый, голубой и бело-сиреневый, и, вернее, сиреневый-белый и бело-сиреневый. Вот так, 4 цвета. И теперь, если это цветная медуза, то вот эту часть перед тем, как вы ее разрежете, просто покрасьте только вверху. Вот теперь бесцветная медузка. Бросаем ее в банку с водой. Вот так она смотрится. Прям как настоящая. А вот и цветная медуза. Смотрите, здорово, красиво смотрится. В следующий раз я вам покажу, как можно сделать из пластиковых ложек пчелку. Пчелку-заколку. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь, приходите каждую среду и субботу и используйте эти видео для души, для детей, для дома, для семьи. Всего вам доброго!